OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Шутки шутками, но если у ВСУ будет хоть малейший успех, то все россияне, даже так называемые хорошие русские, будут уничтожены. Вооруженные силы Украины запросили у Соединенных Штатов радиолокационные станции AN/MPQ-64 Sentinel. Вначале надо сказать несколько слов, что это за станция. Это радиолокатор сантиметрового диапазона боевого режима. То есть с помощью его можно выдавать беспоисковые целеуказания на зенитно-ракетные системы и комплексы. Казалось бы, это мелкий технический вопрос. Подумаешь, там релаксационная станция, что там рассуждать на эту тему. Но вообще за этим всем скрывается такое более, скажем так, значимое явление. Для этого вам надо перенестись на Украину в конец мая, начало июня. Что в это время из Киева раздавалось? Да сплошной гром победы. Типа... Да мы сейчас своим контрнаступом, одним могучим ударом, кофе на набережной Ялта, выход на границы 91 года. Да сейчас они там у нас за Волгой окажутся. Кто тогда думал об усилении противовоздушной обороны и усилении обороны объектов критической инфраструктуры? Да, похоже, никто не думал, тогда не раздавалось никаких таких голосов. А вот сейчас осталась неделя до календарной зимы, схватились за голову, боже мой, да у нас с противовоздушной обороной не все, слава богу. Но это о чем говорит? Что люди, в общем-то, перспективно не мыслят. А теперь, опять-таки, побеждает всегда в вооруженной борьбе не какой-то отдельно взятый образец вооружения, военной техники. Побеждает всегда система. Вот иногда у нас говорят, вот этот пример, кстати говоря, несмотря на то, что ему там уже и больше 80 лет, ничего в этом примере не устарело. Вот когда у нас говорят о битве за Британию, иногда... Чаще всего употребляют выражение, что типа это победили английские пилоты на спитфайрах. Но вообще-то вот такая оценка, она не имеет никакого отношения к действительности. Потому что поднять истребитель в воздух – это относительно нетрудная задача. Главное потом управлять им. Типа 208-й вам дорожка отхода 30 градусов, вам эшелон 4500, доверните вправо 30, цель видите. То есть должна быть и система разведки, и пункты наведения, и управления. И надо этот истребитель вывести навстречу противника до того момента, до рубежа выполнения задачи, пока противник не выполнил то, что ему предназначено, там, когда он взлетал. Но вот это функционирование системы. То есть не истребитель, даже Черчилль в этом плане, ну, великий политик, ошибался, когда он говорил, что многие обязаны очень немногим, ну, не пилотам, а всей хорошо организованной системе. То есть если вы запросили эти релаксационные станции, а где тогда автоматизированные системы управления, где системы передачи данных, где командные пункты? И опять-таки Писториев сказал, выделяю вам 4 единицы зенитно-ракетного комплекса «Арис-Ти». До этого недостаточно даже для организации зенитно-ракетного прикрытия крупного областного центра. Ну, то есть вот зима осталась, спохватились, и опять-таки, вот по моим скромным подсчетам, вооруженным силам Украины для того, чтобы организовать противовоздушную оборону своей страны на оценку 3 с минусом, ну, надо, наверное, 120-150 зенитно-ракетных систем и комплексов. У них, наверное, в 3 раза меньше. И опять-таки, все это носит системный характер. Так вы ничего не защитите. И если Майдан начнется, то он начнется не из-за каких-то хитрых там поползновений российских спецслужб, как они это дело пытаются обозначить, а скорее всего, что в предстоящую зиму, но это пока только все под вопросом, но тем не менее есть существенный риск. Вот что значит удары по объектам критической инфраструктуры? Если исчезает электричество, что за этим исчезает? За этим пропадает вода, затем тепло, останавливается канализация. И не надо даже мороза минус 30, достаточно даже и минус 8-10, чтобы максимально осложнить жизнь населения, гражданского населения Украины. Ну и опять вот неделя до зимы спохватились. Ну не поздно вы слишком спохватились-то, хлопцы. И опять-таки, вот самая главная проблема. Если сейчас все НАТО снимет с себя последнюю рубаху, нижнее белье там, все равно то, того количества зенитно-ракетных систем, комплексов, зенитных управляемых ракет, радиолокационных станций, ну, совершенно недостаточно, чтобы в полном объеме организовать противовоздушную оборону Украины. Для этого надо качественные иные усилия. Удивительные новости приходят из украинского МИДа. Итак, в отместку за нанесение удара по 128-й горно-штурмовой бригаде Закарпатья
Оккупанты сегодня получили более чем достойный ответ. В районе Старобешева был нанесен удар во время концерта, на котором присутствовали военнослужащие 810-й бригады Черноморского флота Российской Федерации. Это морская пехота, девиз которых «Там, где мы, там победа». Ну, пока получается, что «Там, где мы, там 200-е». Сообщается о том, что удар по позициям оккупанта был нанесен во время церемонии награждения. Все они собрались там, в здании Дворца культуры, но там же присутствовала, их развлекала 40-летняя актриса, которую звали Полина Меньших. В результате попадания, по всей видимости, Хаймарсом, а видео попадания я разместил в своем телеграм-канале, были задвухсочены не менее 25 оккупантов и около сотни 300-х. Об этом сообщают Z-паблики российских военкоров. Пацанов собрали вечером в клубе. Конечно же, хохлы туда ударили. Это прямая цитата из одного из сообщений. 810-я чувствует боль, мы точно знаем. За наших ребят, за Закарпатскую отдельно горно-штурмовую, написал украинский аэроразведчик с позывным «Мадяр». Внимательно следите за некрологами, особенно из паблика в оккупированном Крыму и вокруг главного госпиталя имени Бурденко. Как я уже говорил, это бригада из Севастополя, таким образом в ее составе может оказаться много предателей крымчан. Ну, как говорится, еще один удачный день. А вот у Шойгу день неудачный. Он сегодня придумал поражение украинских войск на левом берегу Херсонской области. Очередная фантазия. Деда Гаджугеда, он заявил о том, что российские войска продолжают вести активную оборону в зоне специальной операции, а все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении якобы не увенчались успехом. Благодаря профессиональным ударам частей морской пехоты и сил специальных операций украинские войска несут колоссальные потери. Ну, далее пошли фантазии по поводу уничтоженных 1800 единиц вооружения. Вдумайтесь, 1800 единиц вооружения. Это как 24, он бы сказал, было уничтожено украинских самолета за 3 дня. Также фантазии Шойгу сегодня коснулись того, что было поражено свыше 330 объектов. А почему не 33 тысяч, спросите вы? Ну, на этот вопрос у меня, собственно говоря, ответов нет. Как нет и ответа на вопрос, каким образом России удалось собрать сразу 144 миллиарда рублей налогов на территории аннексированных регионов Украины. Речь идет в первую очередь о Донецкой, Луганской, частях Запорожской, Херсонской областей. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. Он заявил о том, что поборы возросли, за первые 6 месяцев собрали 64 миллиарда рублей, а за последующие 4 месяца уже 80 миллиардов рублей. Путин подписал указ об аннексии украинских территорий еще 30 сентября 2022 года. При этом в 2023 году из бюджета России на эти же оккупированные территории было потрачено свыше 410 миллиардов рублей. То есть около 300 миллиардов они ушли в минус. Тем не менее, они прогнозируют, что в следующем году количество поборов непомерно возрастет. Кроме того, он заявил о том, что в Украине с февраля 2022 года были убиты как минимум 10 тысяч гражданских лиц. Это количество, естественно, не отображает реальные цифры погибших. Тем не менее, по данным ООН, которые более консервативные, они работают только с подтвержденными данными, они сообщают, что свыше 560 погибших – это несовершенно летнє. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.